когда мир духовной жизни образуется в нашей душе, когда духовная жизнь начинается в нашем сердце, когда в нашем сердце образуется мир Иисуса, тогда, даже если мы не будем стараться измениться, даже если мы не будем прилагать усилия, наша жизнь изменится в прекрасную сторону, наша жизнь станет прекрасной, счастливой. Люди, они очень легко следуют за видимыми вещами, за деньгами, за властью, за положением. Люди думают, что эти вещи видимые могут легко поменять нас, однако, что бы мы ни имели, если в душе у нас не будет истинного покоя, тогда все это не будет иметь большого значения. Я в последнее время начал заниматься делами Евангелия. Знаете, что было удивительно для меня? Я стал проповедником Евангелия. Не потому, что я был каким-то особенно одаренным или каким-то особенно ценным человеком. Но я видел, как Иисус Христос действует в моей жизни. Знаете, я верил своим мыслям, и тогда вся моя жизнь была провальной именно поэтому я не мог доверять больше себе поэтому я начал прислушиваться к слову Иисуса Христа но интересно это помогло изменить мою жизнь а также когда я читал Библию раньше я читал Библию имея свои мысли с моими точками зрениями я читал Библию но когда я начал читать Библию с сердцем Господа Бога я видел совсем разные вещи. А также я видел, как Господь Бог, Он живет в моей жизни и действует. И когда я все это вижу, это удивительно. В этот раз мы в городе Хуанджу проводили форум христианских лидеров. И на форуме христианских лидеров участвовал один пастор с супругой. Знаете, этот пастор, он ходит в другую церковь, потом выяснилось, говорят, что раньше он был очень известным в Корее шаманом. И он был одним из самых старших шаманов нашей страны, но он поменял свое сердце, стал пастором и стал известным пастором в нашей стране, и поэтому по всему миру ездит и передавал Евангелие, но он участвовал на нашем семинаре. Знаете, он, слушая слово, которое я передавал через книгу к евреям, и он с супругой получили спасение. После того, как они получили спасение, в воскресенье утром они проводят собрание у себя, а вечером они приходят в церковь Ханджу нашу. А на семинаре они полностью участвовали в этот раз во время форума христианских лидеров они вышли и они рассказывали, как они получили спасение. Знаете, это вдохновило очень многих людей. Знаете, когда мы слушали его свидетельство, он не говорил только правильные вещи, но он рассказывал, как Слово Господа Бога имеет силу, что это Слово может поменять нашу жизнь. Женщина, взятая в прелюбодеянии, ее поймали и привели к Иисусу. Если посчитать время, то эту женщину, взятую в прелюбодеянии, начали вести но ну, максимум полчаса. Да, часов у меня тогда не было, но, если посчитать, не так много времени прошло. Но интересно, что сделал Иисус с сердцем этой женщины? Ее сердце было заполнено похотью, но, она не смогла преодолеть этот похоть, поэтому она прелюбодействовала. Теперь ее должны были побить камнями. Но Иисус Христос, Он дал безграничное счастье в ее сердце. Благодарность, которую она до этого никогда не чувствовала, радость, которой у нее до сих пор не было, Он дал ей. Иисус сказал этой женщине, «Я не осуждаю тебя, иди в предние греши». Иисус отпустил ее от себя. Эта женщина, она должна была погибнуть. Но теперь несколько слов Иисуса Христа поменяли сердца людей, поменяли положение, поменяли даже жизнь этой женщины. Она полностью изменилась. Она была очень рада. Я, когда задумался о ней, я понял, что она была счастлива, потому что она спаслась. Она думала, что она погибнет. Но этот человек спас меня. И теперь в ее сердце есть огромная благодарность. А также Господь Бог всех людей этого мира, Он дает возможность встретиться с Иисусом Христом, с Господом Богом. Однако большинство людей, они хотя даже встречаются с Иисусом, но они не узнают Иисуса. Когда Иисус Христос, перед тем как быть распятым на кресте, он встретился с Иродом и с Пилатом. Пилат отправляет к Ироду Иисуса. Ирод. У него появилась возможность, которая может быть только один раз в жизни. Но Ирод да, должен был сказать, «Иисус, я тоже грешник. Что мне нужно сделать, чтобы очистить мой грех?» Скромным сердцем, если бы он бы обратился бы к Иисусу за милостью, тогда Ирод бы в тот день сто процентов мог бы получить спасение. Он бы мог находиться в большой радости. Однако Ирод, он, услышав об Иисусе, он хотел увидеть, чтобы Иисус совершил чудо, потому что говорили, что Иисус совершает чудеса но у него есть такая возможность встретиться с Иисусом, которая может прийти только один раз в жизни, и то это большая милость. Но он пренебрег Иисусом Христом, унизил Иисуса Христа. Так провел время с Иисусом. Именно поэтому, да, когда я встретился с Иисусом, я до этого ходил в церковь, но полностью потерпел крах и без надежды, когда я находился, встретился именно тогда с Иисусом, когда я встретился с Иисусом, Иисус дал огромную любовь, милость. И когда я думаю о его милости, о его спасении, то да, я могу все стереть из моей души. Однако то, что Иисус Христос возлюбил меня, то, что Он помиловал меня, то, что Он сделал меня счастливым, это я не могу стереть из моего сердца. Чем я глубже думаю, у меня есть огромная благодарность. Когда я читаю Библию, у меня есть огромная радость. До этого, чуть что, тогда у меня появлялись злые мысли. Я думал, что вот этот мир, он такой ужасный. Лучше, чтобы была война, чтобы все погибли. Когда я видел, как люди живут лучше меня, я так завидовал им. И было столько недовольства в моем сердце. Я так сделал все. Все это раздражало меня. Но однажды я увидел, что я стал человеком, который умеет благодарить. Я стал человеком, который свидетельствует об Иисусе. Сегодня Иисус Христос проходил через Иерихон, и он встречается с Захем, которым был начальником мытарей в городе Иерихоне. Он был начальником мытарей, другими словами, ответственный за налогов. В то время Израиль находился под властью Рима. Именно поэтому нужно было получить разрешение на сборной налогов. То есть кто-то говорит, я столько-то денег соберу и буду давать вам в год. Тогда правительство Рима говорит, хорошо, тогда ты от евреев собери такую сумму денег и плати в качестве налога тогда этот мытарь, правительство Рима, неважно, сколько он будет собирать, главное, чтобы он дал такую сумму, которую он обещал. И, находясь на стороне римлян, эти мытари отбирали денег у иудеев. Именно поэтому к мытарям очень плохо относились, ими пренебрегали, считали, что они грешники. А Захей был начальником мытарей. Люди, когда с ним встречаются, Поскольку Захей является начальником мытари, к нему очень плохо относились, тем более он был низкий роста, внешне он тоже некрасивый. Но Захей думал, какая разница, я буду жить хорошо, потому что я зарабатываю большие деньги. И так он жил. Но однажды Иисус проходил через Ерехон. Захей, он несколько раз слышал об Иисусе Христе, но ни разу он не встречался с Иисусом. Именно поэтому ему было любопытно, кто же Иисус такой. Ему хотелось встретиться с Иисусом. Поэтому Захей стоял у дороги, по которой шел Иисус. Но, к сожалению, Захей, он был низким ростом относительно других людей. Именно поэтому, когда было многолюдство, он не мог пройти к дороге. Как же я могу встретиться с Иисусом? Я хочу, раз хочу увидеть Иисуса Христа, что же мне делать? Может, просто пойти домой? Ой, сегодня не получится с ним встретиться. А никуда я не могу подняться. Что делать? Нет ли здесь здания, куда можно было бы забраться? Но потом видишь, что у дороги есть смоковница. Подняться на дерево, тогда это поможет мне увидеть Иисуса. Но он же ведь начальник мытарей и так, из-за того, что у него низкий рост, поэтому очень плохо к нему относится. А если он поднимется на дерево, тогда ему казалось, что люди будут смеяться над ним. Но жизнь определяется всего лишь очень несколькими простыми вещами. У нас появляются многие мысли. Евангелие от Иоанна, 13 главе, в том стихе написано, и во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симону Искариоту предать его. Так написано в Библии. Юда, он не просто предал Иисуса, но дьявол. Да, он невидимый. Мы не можем его увидеть глазами. Да, бесов мы не можем увидеть или потрогать. Знаете, однажды наши сестры рассказали о том, что в церкви они видели биса поэтому все были в панике. Я спросил, о чем вы говорите? И тогда одна сестра сказала, что я видела беса. Я позвал ее. И спрашиваю, как ты видела беса? Поздно вечером она пошла в туалет, и там никого не было. Она постучалась, и там кто-то был внутри. Поэтому она не зашла, и она ждала, когда же этот человек выйдет. Точно внутри был человек. Но прошло очень много времени, потом открыла дверь и видит, что там никого нет. И тогда так испугалась, и не оборачиваясь назад, она убежала оттуда. Я засмеялся, я сказал сестра, в следующий раз, когда ты увидишь Беса, сделай так, как я тебе скажу. Ой, Бес, давно не виделись. Правда, ты Бес? Знаешь, я впервые вижу Беса. Но странно, что я тебя вижу, потому что ведь говорят, что у Беса нет тела. Не... Попробуй толкнуть меня. Ты же не можешь меня толкнуть. Попробуй толкнуть. Ты же не можешь потянуть меня, да? Злой дух не имеет тела. Поэтому он не может вас толкнуть или тянуть вас. И смешно, что видели беса. Беса глазами мы не можем увидеть. Потому что это духовное существо. Это дух. Но бес точно действует в нас. А как он действует? Без... Он не такой рогатый, страшный и в сорта течет кровь. Нет, он не пугает нас. Без... Он дает нам мысли. В душе Юда Искариота, злой дух, дьявол, что сделал? Дал мысль о том, что было бы хорошо, если предадим Иисуса. Да, Иисус, Он выберется, если что. Он же ведь мудрый. И пока он следовал за этими мыслями, «Мы же бедные, но я заработаю деньги, и тогда я помогу Иисусу хорошо питаться, найти ночлег». Может так, Юда скорее думал. Дьявол искусил его, и он принял эту мысль и предал Иисуса. Именно поэтому мы, и сегодня люди, которые покажут жизнь самоубийства, которые совершают очень серьезные преступления, если послушать их, то приходит к ним какая-то мысль, и поэтому эта мысль начинает вести. И эти мысли, которые появляются внутри нас, например, когда я играю в компьютерную игру или играю в азартные игры, часто бывает, что у нас появляется зависимость, но люди просто не знают, Человек, который играет в компьютерную игру и у него зависимость, я у него спросил, хочешь играть в компьютерную игру или же не хочешь? Знаете, что этот человек сказал? Знаете, есть моменты, когда я хочу играть в компьютерную игру, а иногда есть такие моменты, когда я не хочу играть в компьютерную игру. Но это на самом деле неправильный ответ. Я могу усердно играть в компьютерную игру и потом смотрю, о, уже из-за того, что я играю в компьютерную игру, я уже не мог учиться, поэтому я должен перестать играть в компьютерную игру. Я играю в азартные игры, поэтому потерял дом. Теперь я должен перестать играть в азартные игры. Это наши мысли, наша душа. Но если я хочу остановиться, но если я играю, то это душа, которую дьявол дает мне. дьявол, он намного умнее нас. Именно поэтому, даже если мы не хотим играть в азартные игры, но дьявол делал так, что «Слушай, это так будет хорошо, попробуй, тебе так понравится!» И все обманываются под голосом дьявола. Да, душа, которая хочет играть в азартные игры – и человек, который знает, что эту душу дает дьявол, таких людей, к сожалению, очень мало. Хочется играть в азартную игру, но они думают, что это они хотят играть в игру азартную, поэтому играют. Знаете, я был в тюрьме Тонджу и встретился с женщиной, которая убила своего мужа и свою дочь. Я разговаривал с ней два часа. Знаете, она слезами говорила о том, как она убила своего мужа, как она убила свою дочь. Знаете, когда я смотрю на нее, я понял, что это не ее мысли были, но злой дух давал такие злые мысли ей. Знаете, что страшно? На сегодняшний день в Корее есть очень многие девушки, которые общаются с злыми духами. А в Японии намного больше. Скажите, среди вас а встречались с людьми, которые общаются с злыми духами? Раз, два, три, четыре. Да, я вижу, что есть среди вас те, которые общались с людьми, которые общаются с бесами. Однажды одна девушка сказала, что у меня появился парень, что он очень красивый и что он так тепло относится к ней. И тогда она сказала однажды, подруге, хочешь я тебя познакомлю с моим парнем? Давай познакомь. Приходи. И она пришла в гости к подруге. Но вдруг, где-то в 10 часов вечера, эта подруга начинает сама разговаривать с кем-то. Долго общалась. Больше часа она одна общалась. Потом, знаете, Остановилась и говорит, ну ты что, видела моего, моего парня? Понимаете, она видит этого парня. И тогда подруга сказала, послушай, странно ведь, что здесь странного? Смотри, когда ты сказала, что пришел парень, дверь ведь не открылась. Пока парень был здесь, дверь ни разу не открывалась и не закрывалась. Разве это не странно? О чем ты говоришь? Почему это странно? Какая разница? Дверь открывается или закрывается? Главное, что он пришел. Другими словами, злой дух уже ведет ее. Когда я был в Тегу, я проводил там семинар, и один брат сказал, знаете, пастор, у моей сестры младшей очень не, ненормальное состояние. Пожалуйста, пообщайтесь с ней. Я начал общаться с нею. И она говорит, пастор, я общалась с многими служителями, у меня не получилось измениться, поэтому у вас не получится. Я открыл Библию. Я сказал, сестра, прочитайте это слово. Знаете, меньше минуты прошло, и она вдруг начинает храпеть. Так смешно. Я сказал, Сестра, посмотрите сюда. Тогда она начала материться. Ее муж, который стоял рядом, испугался и сказал, что ты что, с ума сошла? Я сказал, все нормально. Знаете, да, она начинает кричать. Да, я сказал, тихо. Знаете, ее муж испугался, потому что он до этого никогда не видел такое состояние у нее. Я сказал ее мужу. Послушайте, а вам же нужно идти на работу? Да. Можешь взять отпуск на три дня? Да, конечно. Тогда с сегодняшнего дня, три дня, получи отпуск. Хорошо, пастор. Как скажете? Муж ее так сильно испугался, видя такую жену. И. У нас была одна свободная комната. Я сказал, Вы здесь ночуете и поживите три дня, а я утром и вечером буду молиться за нее. Знаете, на следующий день некоторые братья вошли в ее комнату и начали хотели помолиться. Тогда она сказала, Вот снова пришли. Она сказала, Заткнитесь! Да, мы молились. Знаете, я сказал злому духу, злодух, ты должен оттуда выйти. И злой дух говорит, послезавтра уйду. Я сказал, кто сказал послезавтра? Немедленно уходи! И на следующий день, знаете, я ходил куда-то по делам, потом вернулся в церковь. Я вижу, что она общается с мужем. И очень ее сердце успокоилось. До этого, когда муж находился на работе, злой дух ввел ее. Но теперь этот злой дух соблазняет не в страшном виде. Но знаете, почему страшные злые духи в последнее время некоторые люди говорят о том, что мы присвоили церковные деньги. Много времени прошло, но когда я кого-то встречаю из них, то я вижу, что их психологическое состояние очень плохое. Почти стали психологически нездоровыми людьми. Я много видел таких людей. Да. Злой дух, когда начинает вести, то постепенно состояние человека ухудшается. Именно поэтому те люди, которые ведут духовную жизнь, они могут почувствовать, что это злой дух ведет. Я передаю Евангелие. Но та душа, которая препятствует мне любить Иисуса Христа, передавать Евангелие, которая делает, чтобы я сомневался в церкви, такая душа, именно дьявол дает такую душу. Но я думаю, Да, моя душа должна быть такой, как я хочу, но злой дух говорит, хотя я не хочу перестать играть в азартные игры, но злой дух делает, чтобы мне хотелось играть в азартные игры. Это уже не моя душа. Я хочу жить честной жизнью, но злой дух делает, чтобы я жил распутной жизнью. Именно поэтому происходит война между Богом и этим злым духом. И чему мы будем прислушиваться. От этого зависит его жизнь. Захей хотел встретиться с Иисусом. Однако он был низкий ростом. И так он низкий ростом, поэтому ему стыдно. Знаете, я тоже низкий ростом, но мне кажется, Захей был ниже, чем я. Однажды у меня брали интервью, и один журналист сказал, знаете, говорят, что низкие ростом люди делают большие дела. И так он, представляете, написал. Да, но я помню, что журналист был выше меня роста. Ладно, он высокий, поэтому он может так обо мне сказать. Но сейчас, в данный момент, я выше всех, кроме тех, которые сидят на балконе, потому что я на сцене. Злой дух начинает внутри нас «Да, я должен учиться, я должен жить честной жизнью, я не должен грешить», когда я начинаю так рассуждать, тогда злой дух просто так нас не оставляет делать, чтобы мы играли в азартные игры, чтобы мы употребляли наркотические вещества или компьютерные игры играли, и начинает вести нашу душу. Таким людям сказать «не надо играть в азартные игры или в компьютерную игру» — это бессмысленно. Нужно точно знать то, что даже между супругами злой дух действует. Да, жена прекрасная, любимая. Так я благодарен ей. Но иногда так бывает, что ты смотришь на жену и не хочешь ее видеть вообще. И это все происходит из-за деяния злого духа. Одна женщина сказала, ее муж уходил на работу, и тогда утром они очень сильно поругались. Да, а муж убежал на работу, и она была очень злая. Но потом, что это за мир? И потом она начала мыть посуду. Знаете, то, что женщины моют посуду, говорят, это очень хорошо. Потому что пока моют посуду, многие мысли, которые были у них, начинают успокаиваться пока они занимаются уборкой. А эффективнее это читать Библию, а еще лучше это слушать проповеди. Слушать слово помогает сделать нашу душу теплой. Захей, он хотел встретиться с Иисусом. Однако у него не было способа, потому что он низкий ростом, а людей много. Знаете, я подумал, почему он не прополз через людьми? Знаете, я помню, в моем детстве мы часто так ползали по полу, когда старшие стояли перед нами. Но там была смоковница. А, Иисус Христос будет идти этой дорогой. И тогда, если я заберусь в смоковницу, тогда я смогу увидеть Иисуса. Однако, я же ведь начальник Мытарей. И так меня обижает за то, что я низкий ростом. А если я поднимусь еще на дерево, как люди будут смеяться надо мною? Они будут говорить: вот, карлик что-то выпендривается. Зачем он забирается в смоковницу? Так они скажут. Дьявол сто процентов шептал на ухо Захею. Ой, зачем в следующий раз увидишь Иисуса? Зачем тебе позориться? Лучше на стол тогда поднимись, зачем на дерево подниматься? Однако Захей. Да, такой голос был от дьявола. Однако, он до того момента слышал только слухи об Иисусе Христе, теперь Иисус Христос проходит мимо его. Поэтому, если не сейчас, тогда у меня не будет другой возможности встретиться с ним. Да, я низкий ростом, но ну, пускай люди смеются надо мною. Ну, что поделаешь, ведь все уже знают, что я низкий рост. Там. Но я начальник мытарей, все ведь обо мне знают. Поэтому, ладно, опозорюсь, ничего страшного. И так все обижают за то, что я низкий ростом. Так что поднимусь на дерево, все нормально. Да, он забрался в дерево и встретился с Иисусом. Злой дух. Для того, чтобы мы не могли встретиться с Иисусом, всячески действует. У купания да? пришел Иисус. Когда пришел Иисус, у купания Вифезда было множество больных. Но злой дух сделал, чтобы эти многие больные не встретились с Иисусом. Дьявол сделал, чтобы когда ангел спускается в воду, возмущает воду, то первый, кто войдет в воду, тот выздоравливал от любой болезни. Именно поэтому взор всех людей был направлен к купальнику. И они направили свои спины к Иисусу. И когда человек, который болел 38 лет, встал и начал ходить, то эти больные даже не знают, что произошло только что. Злой дух сделал таким образом, чтобы когда возмущал ангел воду, чтобы кто-то выздоравливал. И это не ангел, это дьявол сделал, чтобы взор всех людей был направлен против Иисуса Христа, чтобы смотрели купальник. Они были настолько заняты тем, что даже не увидели Иисуса Христа, который проходил мимо, и даже не знают, что Иисус сделал только что. И таким же образом дьявол закрывает путь наш к Иисусу Христу. Но, что интересно, не только злой дух действует среди нас, но также Господь действует среди нас. И именно поэтому, да, дьявол сделал так. Да, Захею стыдно подниматься на дерево, потому что им будут насмехаться, да, скажут, вот Калик забрался на дерево, посмотрите, да, разные муч... мысли мучили его, но нет. Сегодня я хочу встретиться с Иисусом. Да, ведь уже все знают, что я низкий роста. Если мне придется опозориться, значит, я позорюсь. Я начальник мытарей. Все иудеи не хотят общаться со мною, они пренебрегают мною. Но я хочу встретиться с Иисусом хотя бы раз. Да, опозорюсь, но ничего страшного. И он взобрался в смоковницу. В Ветхом Завете, когда я прочитал книгу Исфирь, Аман имел плохое отношение с Мардахеем и поэтому он хотел убить Мардахея, а потом узнал, что Мардахея является иудеем. И тогда он решил убить не только одного Мардахея, но в месяц Адар, в 12 месяц, 13 день, он решил убить всех евреев. Пришел к царю Артаксерцу и говорит, «Царь, есть в стране один народ, который отличается по обычаю» и их нет смысла оставлять в живых. Я десять тысяч талантов серебра отвешу в косну и позволю уничтожить этот народ. И тогда царь говорит Аману, «Отдаю тебе это серебро и народ, уничтожь их». И дает персень свою Аману. Аман написал указ о том, что в месяц Адарат, в 13-й день, уничтожит всех евреев забрать их имущество. И там стоит печать царя Артаксирса. Все иудеи сейчас должны погибнуть. Потому что там стоит царская печать. 13-й день, 12-месяца, мы все должны погибнуть. Но именно в этот момент Мардахей. Говорит Эсфири. Эсфирь, пойди к царю и скажи, чтобы спасти иудеев. Но Эсфирь, она хочет пойти к царю, но в том месте, где находится царь. Все служащие при царе знали о том, что если пойти туда без приглашения, погибнут. И она говорит, а я не звана к царю вот уже 30 дней. Эсфирь. Да, если она пойдет без приглашения царя к царю, она погибнет. Она знает об этом. Но что говорит Мардахей? Не думай, что ты одна спасешься в доме царском и всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского? Тогда, Эсфирь, да, если пойти без приглашения к царю, тогда ждет один суть смерть и уже 30 дней, как она не звана. Да, если я пойду к Царю. А если он окажется на охоте или где-то по делам, или совещается с гостями, если его не будет на месте, тогда я должна погибнуть. Да, ей было обременительно. Однако по слову Мартахея говорит, не думай, что ты от нас спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление для... придет для иудеев из другого места а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. И в этот момент Эсфирь, она поменяла свою душу. Господь Бог ведь с нами, ведь Бог избрал иудеев. И Эсфирь говорит, я три дня со служанками буду поститься и пойду к царю. И ты собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, не пейте три дня, три ночи, и молитесь. Если погибнуть, погибну. И она открывает ворота во внутренний двор. Но, интересно, царь, он сидел прямо против входа в дом. И он смотрел в дверь и видит, что дверь открывается. Царь удивился. Кто же это? Если прийти сюда без моего приказа, то этот человек погибнет. Кто же это? Кто же это? Дверь открывается. И в прекрасной одежде Эсфирь вошла во внутренний двор. Тогда царь очень сильно испугался царица Эсфирь, из-за чего она, рискуя своей жизнью, входит сюда. И он протянул золотой скипетр. Царь спрашивает, «Царица Эсфирь, что тебе и какая просьба тебе? Даже до полуцарства будет дано тебе». Представляете, как Эсфирь была благодарна в этот момент? И Эстиль сказала царю, и она смогла спасти иудеев, а Амана казнили. Знаете, мы, чем просто будем жить в этом мире, когда мы будем идти к Иисусу, то наше положение будет меняться. Дочь Ира умерла, но когда пришли к Иисусу, тогда она смогла жить. Женщина, взятая в прелюбодеянии, она должна была погибнуть, но когда она пришла к Иисусу, она смогла спастись. Иисус Христос занимается именно этим делом. И именно поэтому наше сердце, когда будет идти к Иисусу Христу, когда наше сердце встретится с Иисусом Христом, и когда у нас будет беседа с Иисусом Христом, тогда... Иисус Христос будет вести нашу душу, и Он будет вести нас к удивительным вещам. Я пастор. Когда я провожу семинар, утром я просыпаюсь, рано утром читаю Библию, потом после завтрака мы проводим собрание служителей, потом передаю слово на семинаре, потом провожу индивидуальное общение, Потом после обеда я снова общаюсь. И потом, после обеда, есть интервью с журналистами. Знаете, мое расписание очень хорошо, подробно расписано. Но, когда я встречаюсь с людьми, да, я встречаюсь с ними именем Иисуса Христа. И я видел, что когда я им передаю сердце Иисуса Христа, Тогда этот человек, встречая Иисуса, женщина, взятая в прелюбодеянии, ее должны были побить камнями, но она смогла спастись. Человек, который болел 38 лет, он не мог встать и ходить, но когда встретился с Иисусом, он мог ходить. Как дочь Иира ожила, а то же самое, когда вы душою встречаетесь с Иисусом, тогда Иисус Христос обязательно будет давать вам новое сердце, и какое бы положение вас не мучило, Он сделал, чтобы в вашей жизни было благословение. Он дает милость свою. Я был никем. Но когда я молился, многие люди выздоровели от болезней. Многие люди изменились. Пока я передавал слово, Иисус встречался с ними. И когда сердце Иисуса Христа было передано этим людям, тогда Иисус сделал, чтобы страх покидал их, все проклятия, чтобы ушло от них. Многие люди подняли камни для того, чтобы бросить камни в эту женщину взятых преводяний. Теперь вот-вот эти камни должны были полететь в сторону женщин, взятых пребодяней, и должны были разбить ее голову и тело, и потом над ней должен был образоваться каменный гроб. Но она встретилась с Иисусом. И что удивительно, то, что не может быть. Но многие камни, которые должны были направ быть направлены на нее, они упали на землю. Все оставили камни и убежали. Осталась только эта женщина с Иисусом. Иисус говорит, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Она поднимает голову. И действительно, остались только те камни, которые должны были быть направлены в ее сторону, а люди все ушли. Она говорит Иисусу, да, нет никого. Тогда Иисус говорит, я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Захей для того, чтобы встретиться с Иисусом. Да, он низкий ростом, поэтому должен подняться на дерево. И так он низкий ростом, поэтому многие смеются над ним. Да, что люди скажут, если я заберусь на дерево? Скажут, вот карлик, посмотрите на него, что он творит. Да, я уверен, что у него было бремя. Дьявол говорил ему, не надо, какое дерево, иди домой лучше. Но Господь Бог дал желание Захею увидеть Иисуса Христа, что я хочу встретиться с Иисусом, хочу побеседовать с Иисусом. Такую душу дал. Да, оставив все мысли, которые у него появлялись, дьявол, вон от меня! И он забрался на дерево. Иисус Христос спускался по дороге и подошел к Захею. И Захей смотрел на Иисуса, чтобы внимательно увидеть Его. А глаза Иисуса встретились с глазами Захея. И Иисус, Он знал, что Его ждет Захей. Что Захей пришел, потому что хочет увидеть Меня, что Он желает встретиться со Мною. И да, хорошо, что Ты пришел. Теперь Я образую в Твоем душе новый мир». Я тебе дам тот мир, который у тебя до сих пор не было. Иисус теплым голосом говорит, Захей, сойди скорей. Ибо сегодня надо нам мне быть у тебя в доме. Я хочу быть в твоем доме. Да, Захей был очень благодарен. Другие люди из-за того, что я мытарь, поэтому даже не смотрели в мою сторону. Но сегодня Иисус говорит, что придет в мой дом. Да, ему было очень горешно на душе. Иисус пришел. Да, я думаю, что он поел в доме Захея, а о многом пообщались. И тогда Захей, когда встретился с Иисусом, да, Иисус, которого раньше не было в моем доме, теперь находится в моем доме. В душе Захея, когда вошел Иисус, его душа изменилась. Что говорит Захей? Захей же став сказал Господу: Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо. Раньше он из-за денег обманывал других людей. Он присваивал деньги. Но теперь, когда Иисус пришел в его дом, то и душа Захия наполняется сердцем Иисуса Христа. Поэтому говорит, половину имени моего я дам нищим. Да, ведь с таким трудом он собирал эти деньги. Он присваивал деньги. Но он говорит, есть никого, чем обидел, воздав четверо. Иисус говорит. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Он получает удивительное благословение. Дорогие братья и сестры, наш Господь, да, мы с ним не можем говорить по телефону, мы не можем встретиться с ним как-то через даже FaceTime. Да? Я хочу очень попросить компанию Samsung. Даже компания Apple создала FaceTime, чтобы они создали телефон, с которым можно связаться с людьми, которые в небесах. Встретиться с братом, который недавно ушел от нас. Поговорить по телефону с моим отцом, с родителями. Как будет замечательно создать такой телефон. Знаете, например, в минуту по 100 долларов брать тогда я уверен, что мы заработаем огромные деньги. Так, скажите, какой номер у отца? О, дедушка, как ты поживаешь, скажи? Ты ушел, и мы поживаем хорошо. Отец, ты в царстве небесных или ты в аду? Конечно, в раю. Ты хорошо веришь в Иисуса? Да, конечно, отец. Все хорошо. Да, хорошо, что ты получил прощение грехов. Да, конечно. Я каждый день слышу, как внизу там плачут. Знаете, и тогда я думаю, что каждый почувствует, что это действительно надо получить спасение. И никто тогда уже не будет впадать под искушение. Но я верю, что даже если создать такой телефон, дьявол будет все равно искать способ, чтобы искусить нас. Мы, которые не могли верить в Иисуса, такой человек, как я, и такие люди, как вы, дьявол мешает, чтобы я не мог пойти к Иисусу, но когда Дух Святой действовал во мне, дает силу, дает радость. Когда апостол Павел хотел пойти в Рим, в Риме были многие люди, которым нужно передать Евангелие, но дьявол для того, чтобы помешать Павлу, он поднял бурю, и 14 дней не было надежды на спасение. Дьявол дал огромные трудности, но все равно. Он пошел в Рим и передал Евангелие жителям Рима. И когда император Константин отменял гонения на христиан, тогда говорят, что одна треть населения Рима были христианами. Разве это не удивительно? И мы ездим по всему миру. И знаете, нам очень радостно, потому что Неважно, какие это люди, но когда они веруют в Иисуса Христа, они получают прощение грехов и становятся совсем другими людьми. Грешники становятся праведниками. Этим мы можем заниматься. И это удивительно. Сегодня и в этот момент, когда вы работаете дома, когда вы ложитесь спать, Господь Бог действует внутри вас. Бог хочет вашу душу перенести в сторону церкви, в сторону Евангелия, в сторону Господа Бога, без конца он ведет нашу душу. И дьявол также говорит, нет, зачем? Сегодня нужно пойти погулять. Если пойдешь в церковь, когда ты будешь гулять? Делать, чтобы мы шли в сторону плоти, чтобы мы шли к распутной жизни. Без конца дьявол действует в нас. Но вы. Да, дьявол искушает нас. Но Господь Бог имеет намного больше мудрости, чем дьявол. Именно поэтому вы смотрите на Господа. Если вы будете отдавать свое сердце Господу, тогда Бог будет давать новое сердце Иисуса Христа. Захей раньше не был таким. Да, он работал в налоговой. Но говорят, что Иисус проходит. Тогда что, Иисус проходит? Давайте посмотрим на Иисуса. И люди собрались у дороги, а он низкий роста. Да, Он думает, подняться можно на дерево, а потом думает, я и так низкий ростом. Но сегодня я встречусь с Иисусом. И Он сбирается на дерево. А, вот кто такой Иисус? Он идет в эту сторону. И потом Иисус говорит Захею: Захей, сойди скорее. Сегодня надлежит войти в твой дом. Кажется, что ему снится это. Захей. Он хотел просто увидеть Иисуса Христа, поэтому он поднялся на дерево. Но Иисус вошел в дом, Иисуса, в дом Захея. Когда Иисус вошел в дом Захея, то душа Захея изменилась. Его негативная душа стала позитивной. Ему стало стыдно, что он собирал только деньги. Он говорит, что если я кого-то обидел, то воздал четверо. А Нищим я раздам половину своего имения. Он стал совсем другим. Знаете, я был в городе Ямочан, и там один пресвитер получил спасение. Он ходил в церковь, но из-за греха своего очень сильно мучился, но потом получил прощение грехов и очень радовался. Рано утром он общался через слово и потом пришел домой. Его супруга спала. Он разбудил жену и говорит, дорогая, я получил прощение грехов. Тогда же она спросила, а как? Не скажу. Ты тоже хочешь да, получить прощение грехов, но я я не скажу. Так он пошутил на следующий день, и его супруга получила прощение грехов. Пресектор, он очень был высоким ростом, да, он был прокаженным, но все равно у него седые волосы были. Внешне был очень красивым. Даже в моих глазах я видел, что он очень красивый. Знаете, иногда я вспоминаю, как он улыбался. У него была прекрасная улыбка. На следующий день, когда он получил спасение, пресвитер сказал своей супруге, «Дорогая, до сих пор я жил напрасно. Я собирал для себя только имущество. Но я ведь получил такое драгоценное спасение. Я хочу жить теперь ради Иисуса Христа. С сегодняшнего дня, что бы я ни, ни сделал, дорогая, пожалуйста, не вмешивайся, хорошо? Дорогой, ты говоришь, как будто я в чем-то вмешиваюсь в твоих делах. Поэтому я говорю. И потом, он позвонил покупателю кур. У него было шесть тысяч кур. Да, нам трех тысяч хватит, чтобы мы могли питаться. Позвонил покупатель кур и продал три тысяч кур. И этими деньгами, положив деньги в сумку, поехал в путешествие. Куда? пресвитерям, которые служат в соседних церквях. Пресвитер Ли, как ты поживаешь? О, давно не виделись. Какими делами ты здесь? Знаешь, я хочу тебе кое-что сказать. А что же ты хочешь мне сказать, что приехал сюда? Я получил прощение грехов. Знаешь, пастор Усупак передавал слово нашим церкви, и наши братья и сестры все получили спасение. И раньше я так старался получить прощение грехов, но не получалось, поэтому я мучился. Пресвитер Ли, ты ведь не получил прощение грехов? Проведи семинар. Пастор Уксупаком я тебе познакомлю. Но в нашей церкви нет денег, чтобы провести семинар. Я так и знал, что ты скажешь. Вот, и открывает сумку, достает стопку денег. Этих денег хватит, чтобы провести семинар. Я приглашу пастора Уксупака. И в семи церквях он провел семинар. Многие прокаженные получили прошение грехов. Но он через год ушел с этого мира. Он был здоров. Я подумал, он чувствовал, что он уйдет с этого мира. Именно поэтому ради Господа он два года очень активно трудился Господу Богу. Я был на похоронах. Поскольку это похороны прокаженных, я был впервые в таких похоронах. Знаете, они очень сильно боятся, когда проводят похороны, потому что люди могут сказать что-то им. Но я передавал слово я молился. Я сказал, наш любимый пресвиктор Ким Ганг он кровью Иисуса Христа получил прощение грехов, и ради Иисуса Христа он в семи церквях провел семинар, и через него многие люди спаслись. Он уже знал, что он умрет скоро. Да, Представляете, если бы он просто держал бы 6 тысяч кур и умер, как было бы ему стыдно. И иногда я вспоминаю пресвитер Кима, я улыбаюсь. Он был очень красивым. Очень был хорошим. Знаете, я завидую таким людям. Знаете, когда Иисус Христос войдет в наше сердце, Захей, он раньше был зависим к деньгам, но теперь он говорит, я половину имени моего дам для нищих. А если кого-то обидел, то в четверо воздам ему. Теперь он не тот Захей, который был раньше. Раньше Захей был рабами денег, рабами греха. Но такой Захей изменился, и теперь сердцем Иисуса Христа он соединился и становится таким же человеком, как Иисус. Он начинает меняться. Мы, когда следуем за нашими плотскими желаниями, за плотскими удовлетворениями, мы жили. Но когда встречаемся с Иисусом, когда Иисус дает нам новое сердце, женщина, взятая в кровь Диани, она встретилась с Иисусом и получила новое сердце, и младшие сестры Лазаря также, когда встретились с Иисусом, у них появилась надежда, они получили радость. И также у меня, когда были трудности, я страдал, мучился. Но когда я молился перед Иисусом Христом, тогда Иисус Христос, Он делал, чтобы страх, который был у меня раньше, исчезал. И тот покой, который я не могу получить в этом мире, Он давал моему сердцу. дорогие братья и сестры. Теперь Господь Бог хочет, чтобы вы через Иисуса Христа получили прощение грехов. Иисус Христос один передавал Евангелие в иудейской земле, но чтобы братья и сестры Ганамской церкви стали маленькими Иисусами, и чтобы через вас, Иисус Христос, Господь Бог получал славу, и чтобы через вас Он совершал драгоценные дела. Бог трудится, и многие служители всего мира, пастора больших церквей, приходят к Господу Богу, и весь мир до сих пор говорили о том, что они грешники, но получают спасение, и говорят, что они праведники, свидетельствуют, радуются и веселятся. Знаете, я так благодарен за это, что словами не могу описать всю благодарность. В этот раз пасторы, которые приехали за границей, мы вместе, ездили по городами, проводили семинары и общались. И было очень хорошо. Вчера мы играли в мяч. Знаете, пастора с африканских стран очень плохо играют в мяч. Значит, мяч лечит в эту сторону, они бьют в другую. Но все равно была очень весело нам. Знаете, они... им тоже понравилось. Знаете, мы стали очень близкими братьями, стали как семья. Я был очень благодарен. Теперь мы едины с Иисусом Христом. Отдайте ваше сердце Иисусу Христу. Иисус Христос тогда заполнит ваше сердце своим сердцем. Женщина, взятая в прелюбодеянии, она находилась в страхе, в отчаянии. Но Иисус дал истинную радость, истинную благодарность разбойник, как бы, распятый на Христе, находился в страхе, но Иисус обещал, что он будет в раю. Каждого человека, кого он встречал, он давал свое сердце. И как Иисус, как Господь, он делал, чтобы мы стали людьми веры, чтобы мы могли жить вместе с Ним. Иисус Христос меняет нас. Поэтому я желаю, чтобы вы отдали ваше сердце Иисусу. Размышляйте над Словом Иисуса Христа. Говорите об Иисусе Христе. Молитесь Иисусу. Тогда Иисус Христос будет расти в нашем сердце, а наши плотские желания будут уменьшаться. И через вас Господь Бог будет получать славу. И я уверен, что через вас будут являться драгоценные деяния.